В Иркутском районе почти 200 родителей попросили перевести детей на дистанционное обучение. Как рассказали в администрации муниципалитета, несмотря на то, что общее количество переведенных на дистант не превышает и 2% от общего количества учащихся, для них необходимо организовать особый образовательный процесс. Решено, что все, кто остался дома, будут слушать уроки онлайн или в записи. После этого ребенок должен будет еще выполнить проверочное задание. Если ученик чего-то не понял, он сможет уточнить любой вопрос у преподавателя. Для этого педагоги ежедневно будут выделять час своего времени. Ущемлять права детей, которые имеют право на дистанционное обучение, мы не имеем права. И для них также должен быть организован хороший образовательный процесс. Поэтому сегодня мы провели совещание со специалистами департамента образования, наметили определенные пункты контроля и в ежедневном формате. То есть утром мы будем знать информацию, сколько у нас детей по заявлению вышло на дистанционное обучение, а в вечернее время школа отчитывается, каким образом было организовано обучение.